Гоблин, он не переводчик. Одну секунду. Переводчик — это кто? Это тот, кто сел с карандашиком и через 4 месяца выдал свою версию. Я ничего не понимаю. Переводчик — это наушнички надел и давай переводи. Это уже совершенно другая работа. Слышь, браток, а вот у тебя волосы длинные. Это прикол такой, да? Вот сейчас докурю и объясню.